Для приготовления кофе по-вьетнамски вам понадобится кофе, сахарная пудра, сгущенное молоко, яйцо, корица и ваниль или ванильный сахар. Отделяем желток от белка. Добавляем по 1 чайной ложке сахарной пудры, сгущенного молока и ванильного сахара. Взбиваем миксером до кремообразного белого состояния. Готовим кофе, тот, который вы любите, растворимый или зерновой, и выкладываем получившийся крем сверху напитка. В завершении присыпаем корицей.